Итак, друзья, всем доброго времени суток, всех рад пишу канале Криптозомби. Ребята, в данном видеоролике будет обзор не просто какой-то там темы, щитка, пирамиды или какого-то дропа, а будет обзор нового блокчейна, на котором, как заявляется прямо сейчас, можно зарабатывать. И дабы далее информация воспринималась вами правильно, давайте я обозначу свою позицию, чтобы мы понимали друг друга. А мне никто ничего не платил и никто не просил сделать типа плохо. То есть я хочу рассказать, показать за проект, как оно есть на самом деле. Объясню почему. То есть за данную тему говорят уже многие, все чаще и чаще. И меня тоже звали в чат, собственно говоря, и рассказывали. И поэтому я решил, давайте я сделаю обзор. Еще раз повторюсь, все хочу сделать вот максимально честно и справедливо, как вот есть на самом деле. Мне не давали ни монет, ни в стейкинг, никаких ничего. Поэтому, ребят, по порядку обо всем расскажу, покажу, что я увидел, прочитал, узнал, как зарабатывать и, самое главное, можно ли и нужно ли вообще сюда входить. В общем, поехали. А перед началом видеоролика, как обычно, я бы вам хотел порекомендовать подписаться на наш телеграм-канал, куда влетаю, на чем зарабатываю. Ребят, вся самая топовая актуальная информация изначально публикуется сюда. Ссылка будет в описании под видео, переходите и подписывайтесь. Итак, ребята, значит, что же у нас за блокчейн? Блокчейн называется Vertex. И начнем. Обзор у нас будет поделен на три части. Первое, мы разберем сайт проекта. Второе, я покажу основы, о которых админы, создатели написали в white paper. И третье, я покажу вам тему, в которой конкретно и нужно, и рекомендуют зарабатывать. В общем, поехали. Первое, сайт. Значит, прочитаем какие-то основные моменты. Универсальная децентрализованная платформа. Универсальная децентрализованная платформа, объединяющая мосты для криптовалют, анонимные инструменты, смарт-контракты и уникальные возможности для развития пользователей, чтобы вдохновить и сделать доступным для каждого мир децентрализованных финансов. Окей. Наша миссия — создание инновационной платформы для участия децентрализованных финансов. Хорошо. Значит, ключевые моменты. Создание мостов и свапов для криптовалют, анонимное использование криптовалют. Здесь хочу обратить ваше внимание, конкретно вот наш микшер обеспечивает высокий уровень анонимности и для проведения транзакций. Что такое миксер крипты, я думаю, вы знаете. Поэтому я здесь однозначно ставлю плюс, потому что, крипта, как для меня, в моем понимании, это и должно быть децентрализация. Никто не должен понимать, откуда, где тебе пришли деньги, иначе мы это не крипта уже, а просто финанс, электронные деньги. И все точно так же налоговая может отследить, чему я не рад. Вот и все. Создание мостов и свапов, смарт-контракты для бизнеса, масштабирование аудитории. Окей. Идем дальше. Наша цель — обеспечить участников нашей экосистемы всеми необходимыми инструментами для успешного участия. Хорошо, читали. Блокчейн. Значит, вот здесь мы уже переходим к самому блокчейну, да, то есть, и что нам предоставляется? Экологичный и безопасный алгоритм консенсуса Proof of Wallet. Легковесный блокчейн, валидация доступна с компьютера со средними характеристиками. Касаемо валидации, что это такое, сколько стоит принять участие, я также расскажу. Комиссия внутри сети 0,5%, высокоскоростные транзакции, скорость подписания блока 60 секунд. Хорошо, идем дальше. Я думаю, это запомнит. Значит, есть видеообзор на русском языке, я включать не буду, кому нужно будет, можете посмотреть. Значит, далее, особенности блокчейна. Atomic Swaps. Атомарные свапы, да, Atomic Swap позволяет пользователям обменивать крипту между разными блокчейнами без необходимости доверять третьей стороне. Проще говоря, да, это идет, бридж, вы понимаете, то есть сети BNB условно на сеть ETH можно поменять, это называется бридж. Отлично, идем дальше. Механики транзакций. Шардинг — это метод, который разбивает блокчейн на множество фрагментов, шардов, каждый из которых может обрабатывать свои транзакции независимо. Layer 2 даже объяснять не буду, я каждый из, думаю, все знают. Блокчейн с доказательством доли — это алгоритм, создан на основе алгоритма Proof of Stake. Об этом точно так же мы еще поговорим более детально. Сжатие транзакций, технологии сжатия данных и агрегация транзакций могут сохранить размер блоков. Хорошо. Протокол интероперабельности. Многосторонний интероперабельный протокол Vertex, господи, Network, предоставляет инфраструктуру для взаимодействия между разными блокчейнами. Это может позволить перемещать токены и данные между разными блокчейнами, распределяя нагрузку на несколько сетей. Если я правильно понимаю, то это тоже идет речь о каком-то бридже, только уже более усовершенствованном, если я правильно понимаю. Хорошо, идем дальше. Токеномика. По поводу токеномики, тикер, конечная эмиссия 0,5 за транзакцию внутри сети. Об этом уже говорили. И вот первоначальная эмиссия у нас выделена 2 миллиона токенов.
Для команды разработчиков 2 миллиона токенов и для маркетингового вознаграждения 1 миллион токенов. Но, к сожалению, мне токенов никаких не дали. Отлично. Значит, запланировано 6 халвингов, то бишь сокращение эмиссии. Вот здесь расписано, в принципе, кто может зайти, кто хочет, зайдет и посмотрит. Значит, далее основные продукты Vectus — это мосты для криптовалют, которые уже говорили, и свап монет. Кстати, смотрите, низкие комиссии выгодно выделяющие, так вот здесь, выгодно среди доступных платформ, а наш интерфейс, позвольте сказать, разработан с учетом удобства и легкости использования. Короче, в принципе, об этом уже также говорили. Далее, калькулятор по доходности. Значит, вот теперь переходим уже плавно к доходности и покидаем сайт. Я не хочу долго зачитывать какие-то основы на сайте, потому что каждый человек, который закончил школу и 9 классов, может перейти и сам почитать. Я здесь для другого, чтобы показать конкретно, как зарабатывать, как покупать, продавать монеты. Ну и опять же отвечаем на вопрос в конце видео, все это надо ли, да? Значит, далее у нас есть калькулятор, на котором мы можем посчитать. Хорошо. Дорожная карта. Давайте я далеко запрыгивать не буду. Релиз первый квартал 24 возьмем, дальше не будем. Релиз кошельков для Windows с базовым функционалом, юридическая регистрация компании, регистрация и публикация мобильных приложений для iOS и Android, добавление смарт-контрактов в блокчейн Vertex. В принципе, на этом по сайту все. Теперь давайте перейдем в личный кабинет, просто посмотрим. Здесь дана реферальная ссылка, баланс монет, рефералы, внести и вывод. Это касаемо стейкинга. Сразу хочу сказать, если вы захотите стейкать монеты именно на сайте, то ваш процент может достигать до 25% месячных. Но по факту это сделать фактически Unreal. Почему? Потому что у вас должны быть созданы гильдии. Кто не понимает, что такое гильдии, я сейчас вкратце тоже объясню. Теперь мы уже перейдем конкретно на white paper. Здесь, по сути, вся та же самая информация, что на сайте, но более подробно расписана. То есть, опять же, это можно читать, перечитывать, но в целом на самом сайте я уже преподнес вам информацию. Но в white paper все это прям детально и расписано. И поэтому давайте я хочу показать вам конкретно мосты. Сейчас я найду микшер. Вот это плюс. Вот миксер — это плюс. Я считаю, что это должно быть. Смарт-контракт для бизнеса, опять же, о чем мы говорили, и здесь, по сути, все это полностью расписано. Продвижение для партнеров, ну и, собственно говоря, вот он, Wallet Power, да, то есть размер стейкинга, срок хранения, наличие статуса OG, размер стейка гильдии. То бишь, чтобы получать 25%, здесь расписано, что нужно делать. Я вам скажу, ребята, что фактически это Unreal. Потому, почему? Потому что, чтобы условно получать, ну, если мы возьмем одну, то есть есть несколько причин, да, чтобы получать высший доход. Размер стейкинга, ваша роль и размер гильдии, да, то есть если возьмем хотя бы вот с количества стейкинга, то 1 миллион и более монет, а цена одной монеты 25 центов, ну, миллион монет. Это очень много, поэтому, ну, все, здесь мы этот вопрос закрываем, ну, по-любому нет. Окей, опять же, срок хранения депозита, то же самое, о чем я говорил, ранний пользователь, что-то, это статус ОГ, да, то есть, и там уже идут далее, более высшие статусы, размер стейка гильдии, ну, гильдии, опять же, я думаю, ни для кого не секрет, что такое гильдия, это когда команда, я пригласил одного, этот еще двоих, или там одна линия, неважно, то есть, чем больше у меня в команде этих токенов, да, соответственно, тем больше наша гильдия, кто был со мной в этом, Эва Покер помнит, там было, в принципе, то же самое, гильдии, все вот это. И итог стейкинга на примере, в принципе, понятно, Wallet Power, валидатор. Здесь коснемся валидатора, остановимся, обязательно поговорим. Значит, что такое валидатор? Для тех, кто не в курсе вообще, валидатор, это человек, который предоставляет, так можно сказать, ликвидность, ну, если можно так сказать. Короче, если проще, то он обеспечивает, валидатор, он обеспечивает перемещение транзакций, завершение транзакции, как правильно сказать. То есть, мы хотим купить, условно, я хочу купить монету, я отправляю транзакцию, и вот если я отдал газ хороший, взятку валидатору, он это сделал быстрее. Вот, если вкратце говорить, кто со мной там снайпил токены на эфире, тот знает, что такое валидатор и как это работает. Так вот, чтобы стать валидатором на данном блокчейне, нам нужно стейк не менее 20 тысяч монет, что опять же дохрена, это 5 тысяч долларов получается, да, и в принципе там, да, есть там еще PDF-ка по поводу именно валидатора, и там нужен компьютер определенный и так далее, ну и 5 тысяч долларов. Поэтому я, опять же, для меня это слишком много, я даже это рассматривать не буду. Гильдия, размер стейкинга, вот это все, о чем я говорил. То есть, что, чтобы получать до 25%, сколько всего нужно сделать. Поэтому дорожная карта, опять же, я зачитал один из пунктов, далее читать не вижу смысла.
И вот теперь мы переходим к самому интересному, а это Booster Money Bot. Что такое Booster Money Bot? Если говорить, я даже не буду зачитывать вам с whitepaper, чтобы было более понятно, с простым языком, они вот как, знаете, вот это они всегда распишут, да, вот этими заумными словами. Если говорить просто и проводить какую-то параллель либо аналогию, Booster Money Bot можно сравнить с майнером. Вот у вас есть майнер, и он добывает крипту. И вот это и есть Booster Money Bot, который находится в Телеграме, и благодаря которому мы сможем стейкать. Давайте покажу несколько моментов и перейдем конкретно в сам Booster Money Bot и рассмотрим функционал. Значит, roadmap. Окей, даже не хочу. Значит, представляет собой инновационное средство для добычи крипты, специализирующее на монете Vertex. То есть, ну, на монете сети, на монете блокчейна Vertex. Как это функционирует? Программный продукт Booster Money разработан для коллективной майнинг-деятельности криптовалюты Vertex с использованием Proof-of-Stake технологии. Все это понятно. Преимущество – инновационный подход. Самая актуальная перспективная монета, обладающая значительным потенциалом ростом. Ладно, я обещал, что без шуток, да, только все серьезно. Свободный вывод, легко выводится, безопасность и децентрализация. Касаемо децентрализации, это сразу можно поверить. Почему? Потому что люди, админы, проект, который собирается делать криптомиксер, ну, уже хорошо. Ежедневное начисление, партнерский бонус, естественно, сетевая структура, конечно, куда же без нее. И по поводу процента стейкинга. Значит, с 1 по 9 день, если вы стейкаете 12, и от 90 дней вы получаете 18%. Собственно говоря, ежемесячно, напоминаю, 18%. Также старт от 50 монет, если вы хотите положить монеты в стейкинг. Реинвест доступен каждому участнику. Ну, то есть понятно, в принципе, снятие депозита возможно в любое время. Также есть партнерка, первая, вторая, третья линия. В принципе, ничего абсолютно нового. Единственное, значит, здесь расписаны партнерки, которые вы получаете. MacBook, iPhone. Классическая базовая тема. То есть, ну, ничего абсолютно нового. Все как везде, отлично, как это работает. Единственное, что я вам хочу сказать, многие не получают, ну то есть не понимают, почему именно нужно переходить в Booster Money и почему я не могу сам. Ребята, как я и сказал ранее, Booster Money Bot — это как майнер. Ну то есть как вот майнил кто-нибудь крипту, да, там по видеокарте. Вот то же самое, если у вас одна, то есть вы майните условно 1 биткоин в день, а вот если у вас их 10, вы майните 100. То есть, соответственно, здесь работает тот же самый принцип. Здесь объединяются все в одну команду, и благодаря вот этому можно добывать, как бы, да, получается там, где там, от 12 до 18% в месяц. Вот это и есть Booster Money Bot. Ну и теперь, собственно говоря, третий момент. Переходим сам этот Booster Money Bot и будем его уже разбирать. Статусы, вот это все я даже не буду зачитывать. Я думаю, кому нужно, зайдете, посмотрите и разберетесь. Теперь открываем и давайте откроем Booster Money Bot. Так, это чат. Ну и, собственно говоря, вот он, Booster Money Bot. Так, давайте я, наверное, сделаю вот так, чтобы было видно. И, собственно говоря, у нас переходим в Booster Money Bot. Ребят, смотрите, также еще быстренько один момент. Я не сетевик. Это мы еще подведем по этому итоге. Но ссылку я оставлю в описании. Ну, типа, если вы не захотите покупать условно, если, ну, по моей ссылке, можете этого не делать. Поэтому просто говорю, что ссылку на данный бот, она, конечно, будет в описании. Значит, нажимаем кошелек, и что мы видим? Кошелек VRX, пользователи 2329 человек, мой баланс 0 токенов, стейкинг у меня 0, заработано 0, мой процент, минимальный процент, в принципе, что мы здесь и увидели, да, то есть 12%, вот он 12%, идем дальше, значит, статус, естественно, у меня никакого статуса нет, здесь есть роли, опять же, да, расписано, что нужно иметь, что нужно купить, какой должен быть команда и так далее, хорошо. Понятно, значит, за 20 дней в боте. Да, это еще раз, ребята, о чем я говорил, что в бот меня позвали в проект уже давно. Я не хотел входить, то есть я думал, что это просто какая-то темка, там на 2 дня быстро флип-флап, забыли и проехали. Но смотрю, что все говорят, больше. Я думаю, ну нельзя пройти мимо. Как бы, да, нужно посмотреть и разобрать, что за проект. Соответственно, что у нас есть дальше? Пополнить, вывести, стейкинг, P2P обмен, BNB Helper. BNB Helper, по-моему, пока не работает. Скажу так, ребята, я уже давно хотел записать обзор на данный проект, но постоянно то, что-то меняется в боте, то там еще какая-то тема, и все никак не мог, а я хотел сделать качественно, конкретно качественно. Соответственно, у нас есть P2P обмен, здесь есть способы, ордера и объявления. Ну, вот, допустим, откроем P2P, нас опять же перекидывают в бот, и сейчас это работает в таком
Вот, уже три заявки, да, то есть я думаю, кто был в подобных проектах, опять же, Evo и многие-многие другие прекрасно знают, как это работает. Вы можете купить по карте, то есть по P2P скинули денежку на карту, вам скинули монеты, в принципе, все. Продать можно то же самое, более того, продать даже можно через USDT и как же, и в принципе, и купить тоже, то есть, ну, просто пока не выставили таких заявок. Если вы купите монету, условно, за деньги по карте, вы можете, да, нажать продать монеты, выбрать способ и поставить любую из сетей, которая вам будет удобна. Мне бы, допустим, удобно было покупать только за доллары. Это один из причин, почему в Evo я не хотел изначально входить. Я не из России, у меня есть виза, да, ну там белорусская, но мне все равно все это было неудобно. Опять же, налог, много моментов. То есть для меня было проще крипта и как-то вот покупать все это крипте. Это первый момент, это касаемо, если покупать через бота. Также, ребята, помимо P2P бота, есть также P2P чат. По крайней мере, изначально вся торговля шла именно здесь. То есть ты заходишь в чат, условно пишешь, я хочу купить 1000 монет, есть два гаранта в чате, они с тобой связываются, и вы покупаете через гаранта. Вообще, кто был в подобных темах, ну, я думаю, прекрасно понимает, о чем идет речь. Кто не был, то я точно так же могу сказать, ну, здесь переживать абсолютно не за что, здесь вообще во всех таких темах всегда люди с открытыми лицами и так далее, и так далее. В общем, ну, я думаю, понимается. Поэтому, если купить монеты, можно либо через этот P2P бот, да, соответственно, пока заявок там немного, потому что довольно свежий этот обменник бот, либо через этот чат. Идем дальше по функционалу, значит, статусы. Касаемо статусов, я уже сделал здесь разбор: новичок, инструктор, наставник, лидер, амбассадор, легенда. Здесь на каждом расписано, что нужно иметь, чтобы перейти на новый статус, какой личный профит и стейк, какой командный стейк, ну и понятно, по подаркам и бонусам то же самое, бонусы, айфоны, макбуки, ну, стандартная тема, я думаю, понятно. Не буду зачитывать, потому что каждый может, в принципе, перейти и сделать. Идем далее, естественно, партнеры, понятно, моя ссылка, кто пригласил и так далее, и так далее, и так далее, все вот это здесь. И также есть информация, презентация бота, презентация Vertex, Vertex White Paper, официальные ссылки, стать валидатором, техническая поддержка. Проще говоря, ребята, на этом, в принципе, и все. Единственное, что хочу поставить плюсик по информации, реально здесь есть все. То есть, если там что-то нужно, любой white paper, сайт, вообще все, что угодно, эта информация здесь есть. Все, что я показывал, абсолютно. Ну и теперь, собственно говоря, давайте же подведем, наконец-то, итог. Что это за тема, с чем ее едят, и можно или не стоит здесь зарабатывать. Значит, первое, о чем я хочу сказать, так как я делаю честный обзор, это, ребят, вот все, что вы увидели, это сетевая тема с большего, да? И были такие проекты, как и Evo, и там Кэшбэри, и еще какие-то там вот многие-многие вы знаете. Там, в принципе, монеты сделали огромные иксы. Да, это была просто пирамидальная система, хотя которая прожила там где-то долго, где-то чуть меньше. В общем, иксы были огромны. Здесь мы видим в плюс-минус нечто похожее, но только за этим, за всем стоит конкретный продукт, именно блокчейн. Пока сыроват, как я считаю, да, в принципе, ну, может быть сыроват, может быть, ну, может я как-то предвзято говорю, но в целом видно, что работа есть, расписано, по крайней мере, все грамотно, и это нравится, то есть, ну, как по мне кажется. Поэтому, если покупать монеты с целью иксов, я думаю, что да, ну, прям 100% да. Что касаемо меня, дабы не просто, да, то есть глаголить, я хочу сказать, что я возьму баксов на 100. Также оставлю ссылку в описании. Я, конечно, не сетевик, ребята, да, я не сетевик, что хотел, да, я об этом сказать, но почему нет? Я возьму баксов на 100, почему? Потому что даже если вспомните тот же Evo, я там даже не на старте, я взял на $300, продал в итоге профиль где-то за полторашку у меня вышел, хотя можно было продать еще дороже. В таких проектах растет цена токена, реально растет. Стейкинг, заработок, учитывая, что проект на самом-самом старте, и учитывая, что это в принципе преподносится и есть блокчейн, да, ну, на самом деле, тема может стрельнуть. Реально, может стрельнуть. Это могут быть, ну, в потенциале очень неплохие иксы. Поэтому, как всегда, конечно же, все равно, как бы там ни было, Dior, все дела, но ссылка будет в описании. Я возьму на 50-100, ну, по возможности, потому что, знаете, я сейчас везде задепал, куда смог. Я возьму тоже и, возможно, да, положу в стейк, возможно, мы сделаем свою какую-то командочку небольшую и попробуем заработать, в принципе, на этом проекте. Проще говоря, проект беру на заметку,
покупая токены, будем следить за проектом, за курсом токена и за стейкингом. В общем, ребят, в принципе, на этом у меня все. Напишите свой отзыв в комментариях. Вообще, делать ли когда, ну, на какие-либо проекты вот такого плана обзоры, где детально, без шуток, там, и без подколов где-то, да, вот без вот этого всего. То есть, делать или не делать, и, в принципе, что вы конкретно лично думаете за проект. Все, ребят, на этом у меня все. Всем просто, всем спасибо, всем пока.